Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! В этом видео я хочу рассказать, как поливать красную смородину, когда у нее уже образовались ягоды. Красная смородина неприхотлива в поливе, но когда у нее появляются завязи и образуются ягоды, то в это время нужно, конечно, ее обязательно хорошенько поливать. Поливаю я красную смородину, вот у меня взрослый куст, ему примерно около 15 лет, то на такой большой взрослый куст я выливаю минимум 4 ведра воды. Почва под кустом красной смородины должна быть пролита на глубину не менее чем 30 сантиметров. В этом от полива зависит, какие будут ягоды. Вот в этом году у нас, Мариэл, очень сильная жара. И так получилось, что у меня не было возможности приходить сюда на дачу почаще и поливать, как положено, красную смородину. Вот результат того, что куст сильно старый и недостаточный полив привели к тому, что ягоды у меня нынче на красной смородине очень мелкие. А в те годы ягоды всегда висели гроздьями, и их было много. Когда смородине уже больше 12-15 лет, то с кустом нужно что-то делать. Или разделить его на две части, рассадить, как бы омолодить. Можно, есть такое выражение, посадить на пень. Срезать полностью все ветки, и куст омолодится за счет того, что ветки за 2-3 года вновь вырастут. Или искать себе, готовить на замену другие кусты смородины. Спасибо за внимание.